Всем привет, любимки. Мама, пригинайся вот так. Привет, привет. Не, ну что такое, мою голову может рвать? Пригинайся. Не, не могу так. Давай это самое, выше делай. Все, нормально. Вот а ладно, вот. Девочки, вот смотрите, я такая вот безголовая, вот сейчас одна шея моя видна. Мы в засаде. Ладно, я так сделаю про полулежа. Пойдет? Ребятки, всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Приятного аппетита. А чего твоя голова ниже, моя выше, не могу понять? Эта цепь называется «Все и сразу». Здесь и запеченные роллы, и в темпуре, и Филадельфия, еще вот такие маленькие с креветкой, и все. А я с чем ела вкусное? Ты запеченную ела. Mm-hmm. Ну что, ребяточки, приступаем. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Мама, налетай, не стесняйся. Я не стесняюсь, я налетаю. Кстати, здесь непонятно что. Надо будет самой как-нибудь приготовить. Здесь, походу, омлет. Сыр и икра. Знаете, когда сам готовишь, понимаешь, что там внутри, можешь рассказать, и больше рыбы добавить можно. Да, мам? Да, мама? Так и не поняла, что мне. Тоже не поняла. Хорошо. Вкусно, главное. Вкусно? Как всегда, очень много крабовых палок. Ну, в сетах. Ой, острая вот эта вот, да? С шапочкой острая. А то что за соус такой? Вот это. Ореховый. Очень вкусно. Что такое пища? Что? Пекучая в ореховом соусе. Пекучие вот эти вот запеченные роллы. Нет, я ела такую. Вот здесь припекло. Да не может быть в ореховом. А, я же брала эту. Вот эту брала. А, имбирь, да, твой. Думаю, что такое? В горле запекло. Ясно. Обалденно вкусно. Я вот такую ела, с рыбиной я ела. Нет? Ты ела запеченную. Смотрите, какая креветка, ребят. С этой стороны. Это что? Мама, ешь, сначала снимаем видео, потом будешь ползать. Минутку молчания. Поползу. У нас, как обычно, спор. Это что? Это с креветкой, мама. Ну ты же разуй глаза трохи, смотри. Куда смотришь? Вовнутрь. Я что, разбираюсь, там креветка или что? Ты все понимаешь, не делай себя глупенькую на видео. Положила меня на стол. Я говорю, не делай глупенькую. Мне надо вот так. Сейчас поедем. Валберес окупаться, ребята. А леки мовит. Будем двигать телом. Двигай попой, попой. Наряды покупать. Мама, ну что это такое? Сколько можно меня закрывать? А зачем тебя закрывать? Я тебя вон близко положила к тебе. Вот так вот прижала. Тихонечко прижала. Ну, представляете, кушать не дают. Вот, это все то же самое. И вот у тебя тоже все самое. Ешь, господи, мама.
Чуть заставила ребята сниматься. Я так не хотела, так не хотела. Ну-ка, наступи. Чего так спрессовал вообще? Возьми ручку, баночку и достань. Что ты ковыряешь? Вот так вот взяла. Опа. Да? Да. Ну, точно. Потом пойдем на квартиру, ребята. Это вот что-то вот внутри здесь копченое такое. Или угорь. Очень похоже по вкусу на угорь почему-то. В общем, пойдем на квартиру. Там я, ребятки, поснимаю видосики. Ух, хватило этого имбиря. У меня от этого горит. Все внутри. У нас еще же васаби, мам, будешь? Ой. Это, походу, многовато. Я, походу, уже наелась. Еще ничего не ела. Угу. О. Мужикам своим еще завезем роллов. Угу. Да ты там насобирала целый паёк. Да? На пару дней. Да. Ещё на почту надо заехать тоже, ссылочку отправить. В общем, почта, Валберис, за покупками, там на заказывали, будем мерять. Потом хочу снять еще, ребята, видео заказа. Да. Где? А то опять напишут, что ты вечно недовольна. Где? Где будешь мерить? Снимать? Валберис. Там будешь снимать? Ого. Заказ Валберис, дома буду снимать. А, вот. Думай, какой съесть. А где красная рыба? Вот это? Угу. Ух. Печатка. Такой тонкий-тонкий кусочек, да? Угу. Могли положить больше. Значит, я рыбу люблю. Они тебе лучше больше риса положены. Да, такие, как я делала, не сравнится. Там, блин... Целая пачка рыбы на один ролл. Угу. Вкусная Филадельфия тоже. Вообще такой сет неплохой. Вкусно, вкусно. А ты знаешь, мне острее. А у меня две. Ой. А у меня четыре дырки. А у меня еще есть две палки. Это стрелы. Ой, уже наелась. Мам, бери и ешь. Даже не знаю. Наелась. Сытно очень. Покажи себя настоящую. Ты же у меня вот батушечка. Ой, я уже утомилась говорить. Сегодня за день. Ребят, сейчас выключится камера, будет...
А что я буду говорить? Я уже наговорилась за день. А. Не так. Что ты доустала? Да. В автобусе едем. Не слушайте. Как только видео, молчание. Приеду. Спать лягу. Куда? Куда я это самое болтала? А что внутри в этих? Как рыба копченая что-то. Ну, как угорь копченый, да? А я думаю, что там... Очень это... похоже. Угу. Вкусное. Жирненькое что-то. Угу. Такой, как кусок сала. Копченое. Ага. Знаете, мне понравилось. Самое лучшее вон то. Крайне. Так вот, вот мама, это оно. Он наелась. А то все смотрит на мою сторону, вот я ее обделила. Нет. Это как Леюшка. Нет, я не смотрю. Ну что, ребяточки, благодарим за просмотр, очень любим вас, целую. Вот и мамуля, моя мамочка. Моя мама. Давай, улыбайся. Улыбайся. А если вот... Я ж по жизни серьезная очень. Да не ври. Да? Ну, ребята, это вам так кажется, что мама там какая-то недовольная или серьезная, или учительница. Нет, просто моя физиономия такая. Она вообще... А вообще по жизни я веселая. Офигенная. Я веселая. А просто что, ну, уже... Стесняется. Устала, наверное. Нет, мама стесняется просто. Смотри, а что так моргает глаза мои? А что так моргает? Смотри. Ой, а что это такое? Нет, он меня как. Угу. Самолет, это локаторы. Ну хорошо, девочки. До новых встреч. И мальчики. Пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем привет, любимки. Смотрите, что у нас уже здесь. Мама. Вот такая вот красота. Фотоотчет. Да, ребятки, вот так вот у нас. Убрали уже почти весь мусор наши мужчины.